Добрый день, уважаемые зрители. Добро пожаловать в прохождение игры Bloodstained Ritual of the Night. Итак, мы попали в ледяную гробницу. Очень сложный уровень. Тут очень живучие монстры. Так, мана, хорошо. Очень они живучие, конечно. Очень много урона наносят. Кристальная броня. Особая броня с кристальными пластинами дает сопротивление тьме, но при этом меньше защиты. И при этом что еще? Атаку не дает. Так, вот эти вот кидаются топорами. А если я вот так вот сделаю? Воу. Посмотри, какие... 5 ударов Дюрандали выживают. Офигеть. Ого! Попал? А как тут по-другому? Подожди, есть, конечно, еще такая мысль. Щит попробовать, но что-то мне кажется, что он не поможет. Направленный щит. Потому что топор насквозь же должен пробивать. Рыцарь уровень повысил. Ключ ратного коня. Я так полагаю, что это ключ от двери, которая находится рядом с повозкой, где кучер еще был. Ну, тут ничего сложного. Просто 3 шторма. Огненный. О, нормально, уровень повысил. Ух ты, я понял тебя. А, я попадаю, смотри. А тут ничего нет. Слушайте, уровни, конечно, приходится прям аккуратно их проходить. И что? Оно зависло? А мы не будем его ждать. А вот это странно, кстати. Я не знаю, почему это не пробить. Наверное... Ну, наверное, нужно сначала босса победить или что. Ух ты! И что тут делать? Тише, тише, тише. Никаких лучей, никаких лучей. Каким-то чудом я не получил урон, на самом деле. Ух ты. И все равно, смотри, я уничтожил эту штуку, да? Ледяную, она все равно магией воспользовалась. Так, нужен луч. Вот этот вот луч. Я хочу сундучок забрать. Фрагарах. Что это такое? Смотрим. Святой меч, внимающий воле своего хозяина. Оу, это интересно. Но, опять же, с Дюрандалем-то не сравнится, конечно. Где Дюрандаль? А, вот он.
Воу-воу-воу. Так, вниз. Тут у нас что? Вот тут как будто бы пол пробивается, такое ощущение. Он так выглядит, как будто там дыра. А сохранялка-то будет, кстати, вот... Вот здесь вот, по-моему... Вроде как в полу проход. Ух ты! Что это? Что? Это что? Это что за ужасы? Так, ну-ка, тихо. Реально ужасы какие-то ползают. Ну, где ты? Так, сейчас возьмем сундучок. Ну, то есть вниз надо спускаться. Значит, здесь должна быть сохранялка по логике. Ну, видишь. Так, игнорируем эту штуку. О, ребята, так это босс. Добрый вечер уже. Уже босс. Уже босс. Окей, давай смотреть, что такое. О, Грэмори. Вот ты и попалась. Техника какая-то, смотри. Жалкий человек, это была твоя последняя ошибка. Да ладно, с Грэмори, клинок у тебя, это так, но он не опасен для меня, пока он не в руках воина, сжигаемого местью. Ошибаешься, демон, мой гнев и гнев Зангетсу слились воедино. Ты использовала Джибеля и теперь заплатишь за это. А ты забавная девка. Времени мало, но мне нужен твой кристалл, так что ты не оставила мне выбора. Ваш жалкий план кончится здесь. Я призову Баала, царя царей, и тогда ты поймешь, где твое место. Стоп! Я так понимаю, вот эта штука... ...87, хорошо. А Зангетсу-то... ...всегда критует по ней. Ух ты! Что случилось? Так, подожди, что случилось? Лечилок нет. Понятно. Так. Ну, урона, в общем-то, с Зангетсу-то довольно много. Теперь осталось только ее атаки выучить, и все, все нормально будет. Yeah.
Нормально. Ой-ой-ой, красные-красные. В смысле, она меня ударила? За жизнь какая-то пошла. Ты чё? Хорош. Чё-то это было не так уж и сложно, кстати. Третья или четвертая попытка. Сдвиг измерения. Перенеситесь на небольшое расстояние в выбранном направлении. Но это уже тупо телепорт. Вот просто телепорт. Так все, Грэмори побеждена, получается. Это мне надо идти наверх и налево. Ну, допустим. Так, давайте сохранимся. Ой! Ты еще это... Проиграй мне тут. Да ты что, серьезно, что ли? Ты смотри. Компьютер реально охраняет эту... как ее называют? Сохранялку. Это очень странно было. Так, где Дюрандаль? Раз. Второе, это сдвиг измерения. И что? А почему... Почему он не работает? А, ну, все правильно. Так. Сдвиг изменения. А, совсем небольшое расстояние. А, так здесь этот был. Тупик. Ну, тогда вопросов нет, куда идти. Вообще вопросов нет. Ну-ка. В смысле, а что, не работает? Странно. Вообще-то должен работать. Так. Идем влево. Ой. Сюда. Демон лорд. Удар топора. Так, мы правильно идем. Все правильно. Вот здесь. А вот сейчас работает. Или может только в определенных локациях работает?
attention shift! Если мы победили Грэмори, то что же будет дальше? Опа! Это что у нас? Вот и босс. Ха. Сохранялка еще будет? Да. Спасибо за сохранялку, игра. Сейчас что-то серьезное будет. А какой процент открытия? 96% карты, да? Что? Доминика? Как это понимать? Даже Грэмори меня подвела. Альфред боялся того, что ты можешь натворить с осколками, но не я. Взгляни на себя. Тебе это было нужно? Кристалл? Ты предала нас, Доминика. О, не выставляй меня неблагодарной. Спасибо вам с Йоханнесом, что передали мне знания алхимиков и научили управлять осколками. Почему ты все это делаешь? Потому что демоны появились вновь, а Бог снова молчит. Пока его слуг безжалостно убивают одного за другим, я спросила себя, а что если Бога нет? Что если Господь наш, перед которым мы пресмыкаемся, это обман, и наша вера черпает силу в других безымянных и невыразимых вещах? Тогда я умываю руки. Пускай Бог гниет в одиночестве, я решила обрести высшую силу, силу убивать богов. Ты хоть понимаешь, сколько людей из-за этого погибло? Они заслужили смерть, ибо были слабы. И еще больше умрет, пока я не получу то, что хочу. Всего этого хаоса тебе не хватает? Если бы последнего призыва было довольно, не пришлось бы тащить сюда. Ты хочешь призвать демона посильнее, а кристалла Джибеля для этого не хватило бы, так что тебе нужен мой. Ты умница, я это в тебе ценю, но твой кристалл был слишком чистым. Поэтому я сделала так, чтобы ты получала осколки и привыкла к демонической силе. А затем Грэмори починила бы тебя после изматывающего боя с Джибелем. Если бы Зангетсу не предал меня, поступить правильно не значит предать. Знаешь что? Не ожидала, что меня вот так загонят в угол. Придется сразу сходить с козырного туза. Это Либерло Гаэс книга, да? Я использую свой кристалл и Либерло Гаэс и призову Баала, сильнейшего из демонов. То есть все равно с ним придется сражаться, да? Ты понимаешь, что с тобой будет? А ты? Ты точно нет, а я тебе скажу. Джибель не просто так выжил 10 лет назад. А он-то здесь при чем? Все дело в его крови. Он экзорцист, как и я. Наша кровь подавляет распространение кристалла. Это и спасло ему жизнь. А теперь я превзошла его, я управляю кристаллом с помощью енохианского языка. Я могу призвать сколь угодно сильного демона, даже если не получится удержать его навсегда. Но процесс, видимо, не быстрый, ведь призыв, как я вижу, не завершен. Думаешь, успеешь меня остановить? Думаю, да. Ты не понимаешь, что такое сила. Ты обращаешься с ней топорно, надменно, и теперь заплатишь за это. Так, это мы знаем. Что
что это было? А, она прям... Она прям их призывает. О! О! Апперкот шорюкин! Ну, в общем, да. Не слабо, не слабо. Оказалось, что Dimension Shift... телепорт, он временно дает неуязвимость. Это очень помогает в сражении с Доминикой и особенно помогает при увороте от луча, потому что луч, он 200 урона наносит, причем довольно быстро. Неуязвимость после получения урона на Умериум быстро спадает после именно луча. О! Ага. Тихо! Ваиска! Главное, локоток ее не пропустить. О, локоточек. О, тут сейчас было... Кстати, локоток-то не сильно... Ой, в углу зажало. Отстань. Ты посмотри, все равно локоток. Я пытался именно как-то от него увернуться. Ваския! Ой! Так мало урона? Почему я ничего не могу сделать? Ой-ой-ой. Это очень-очень-очень страшная магия. Самая сильная. Вот, видишь, что творит? В тайминг. Надо в тайминг попадать. Фейл! I summon thee to my side.
Но луч не всегда, не в 100% случаев помогает против луча. Это надо именно в тайминг попадать, нифига себе. Но это 100% последний босс. Это вообще что? Я так подозреваю, что это сохранялка. То есть я должен и ее победить, и вот его, да? Я правильно понял? Слушайте, походу, да. Я должен победить обоих? Ну ты будешь бить? Что ты творишь, а? Да ладно, ее рыцарь добил, прикинь. Есть ощущение, что бить надо именно по той голове, в которой она сидит. Бала. Не по какой другой. Ну, вроде как. Где она? Вот она в той голове. Что-то я как-то жизни трачу вообще очень. Очень не очень.
какой голове она? Теперь в этой, да? Где она? Repent. Ну, победил. Ну да, я был прав. Бить нужно по той голове, в которой она сидит. Доминика, она могла бы сделать так много добра, но... Я знаю. Подожди, Либер Логаев. Книга, с которой все началось, что ты с ней сделаешь? То, что пытался сделать учитель. Перед смертью он начертал енохианские письмена на структурных элементах замка. Теперь я с помощью книги проведу ритуал здесь, в самом сердце замка. Ритуал активирует енохианские письмена и отправит замок и демонов обратно в ад. Так вот, что пытался сделать Альфред. Надо начинать. Отойди, Мириам. Все кончено. Да, ты все исправила. Но какой ценой? Джибель, Альфред, Зангетсу. Джибель был обречен, ты ничего не могла с этим поделать. А учитель и Зангетсу сделали выбор сами. Они с гордостью и чистым сердцем сражались за то, во что верили. Нам стоит не горевать, а восхвалять их. Верно, а в этом мире еще остались демоны. Горевать будем потом, когда прикончим их всех до одного. Кстати, учитель увидел, как я придумал замедлить процесс превращения, и предложил пару улучшений. Думаю, я смогу навсегда остановить рост кристалла. Правда? Обещать не буду, но похоже на то, вроде бы. Спасибо, Йоханнес. Я сделаю все, чтобы тебя не подвести. А пока пойдем домой. Ну ладно. Да, друзья, это была прекрасная и красивая игра. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.